Дорогие друзья, здесь поступать, как и в предыдущих уроках, сразу начать с просмотра курса. Посмотрите курс. Мы с вами сегодня говорили о многом. Уроки получились больше 10 минут. Ну, так получилось, ничего страшного. Мы с вами говорили об операторах, об операторах сравнения и логических операторах. Причем мы все проделывали в коде, не спеша. И архиважным моментом во всем этом является выполнение домашнего задания, где я объяснил и описал. То есть, ребят, очень важно понять, что я много об этом говорил сейчас, что мышление программиста у вас есть. И дальше я в курсе все-таки объяснил, что наша задача состоит в том, чтобы добавить к нашему мышлению, которое есть, это мышление типами объектов, языка. Ну, об этом поговорили, поэтому выполните домашнее задание, не поленитесь. Мы с вами очень подробно, вы не догадываетесь, почему я так подробно, вот мы начали и переменные эти копать, дальше вот так от шага к шагу. Потому что надо, очень важно, база. Чтобы нам потом углубиться в функции, классы языка, нам надо база, чтобы не отвлекаться. И вот сегодня мы сравнение и логические операторы и или. Но при этом уже мы в уроке, когда проходим, то есть проходили, мы нашли баги языка, да, то есть то, что пишут о языке JavaScript, что можно получить неожиданные результаты. Мы сегодня с вами вот убедились, когда, допустим, сравнивали, то есть true, false, истина или ложь, и мы сравнили вообще число и слово. Грубо говоря, и вы знаете, он отработал, написал, что число 5, значит, мы там больше или равно что-то делали, не равно слову Маша. И мы для себя сделали вывод, что в JavaScript надо очень четко понимать, что делаешь. Почему? Почему? Потому что можно действительно получить неожиданный результат. Ну, конечно, JavaScript это не Python, он бы даже не дал приблизиться к этому сравнению, он бы сразу написал, что ты творишь, что число и строку нельзя никак сравнивать. Давай что-то одно сравнивай. Но тем не менее, нам в меньшей степени, так как мы JavaScript будем цеплять к Python, к Django, нам в меньшей степени грозит это неопределение, неопределенность, так как мы будем все прописывать в функциях, и JavaScript нам только будет выводить. Тем не менее, посмотрите курс, опять все очень подробно, чтобы нам действительно профессионально заниматься языком. Я не люблю дырок, поэтому было решено разобрать JavaScript просто по косточкам, что мы и делаем. Ну что ж, спасибо, с вами был Валерий Бусуновский. Значит, ребят, для тех, кто только пришел, открываете сайт spb-tut.ru, для вас он будет выглядеть так, получаете пожизненный доступ, изучаете Python Django. Эти уроки, о которых я говорю, находятся на сайте python-tut.ru. Значит, это сайт, грубо говоря, Django Python Plus, то есть мы рассматриваем разные технологии, которые можно прикрепить к Python Django. Допустим, я JavaScript, Ajax, jQuery, Node.js, JS, Node.js, ну и так далее, все что угодно. Мы рассматриваем все. Все, спасибо, успехов. Ссылки на курс и на то, чтобы купить доступ, в описании к видео.